Ехал, не обращая внимания на полосы и направление движения. Автомобиль Nissan X-Trail, как утверждают очевидцы, ехал по самой середине проезжей части улицы Шамиля Усманова. Водитель был уверен, что так можно. Возможность объехать его у встречных машин была до тех пор, пока он не решил развернуться. Как уверяет врезавшийся в иномарку автоледи, маневр мужчина стал совершать неожиданно и не включив поворотники. Мнение обоих водителей узнала Нафиса Минязова. Ну, готовясь к маневру, и вот притормозил, и у меня въехали на время. Водитель иномарки рассказал, что двигался по улице Шамиля Усманова в сторону улицы Восход. Ехал прямо посреди проезжей части, занимая половину своей полосы и половину встречной. Считает, что так можно, и он ничего не нарушал. Говорит, хотел развернуться, но не успел. В него въехала «Лада» 14-й модели. Свое мнение на произошедшее имел и автоледи, находившийся за рулем отечественного автомобиля. Мы с поворотника поворачивали, и вы хотели как бы его объехать или прямо проехать? Просто я прямо ехала. А он налево ни с того ни с сего начал поворачивать. И вы, чтобы его не задеть, туда немного, да? Да, конечно, и он уже въехал в меня. Девушка рассказала, что иномарка уже с самого перекрестка улиц Шамиля Усманова декабристов ехала то посередине проезжей части, то просто по встречной полосе, как по дороге с односторонним движением. И в какой-то момент Nissan резко начал поворачивать налево. Автоледи к такому повороту событий явно готова не была. Ведь мужчина говорит, даже поворотники не стал включать. И уходя от столкновения с ним, она вывернула руль также влево. Тогда и произошло столкновение. На данный момент никто из водителей своей вины не признает. Сейчас разобраться в том, кто прав, а кто виноват, предстоит автоинспекторам. Написал меня Зарина Цафин, вызов 112.